Всем анён, вы смотрите канал Korean Club, корейский клуб. Меня зовут Дмитрий Тян. 15 августа 2015 года в Санкт-Петербургской Корейской национально-культурной автономии, сокращенно КНКА СПБ, отметила праздник, посвященный в честь Дня освобождения Кореи. В этом году это была юбилейная дата – 70 лет освобождения от японской оккупации. По всему миру, и особенно в Корее, эту дату отмечали очень широко. Для проведения этого праздника была арендована специальная крытая площадка в садоводстве Грузины-4 Ленинградской области. Для всех желающих были организованы специальные бесплатные автобусы. Для гостей праздничного мероприятия были приготовлены культурные и спортивные программы, беспроигрышная лотерея с замечательными призами, вкусные угощения и подарки. Килограмм. На сколько человек это? Если рассчитать где-нибудь грамм 100-150 на человека, 15 килограмм это будет на человек 120. Угу. Потому что рис в 3 раза увеличивается. Надо отметить, что Грузина-4 является одним из живописных мест, расположенных на берегу Дремболовского озера. Уважаемый господин генеральный консул, уважаемые гости, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на гостеприимной земле Всеволожского района. Мы традиционно здесь ранее отмечали этот праздник, но вот видите, в связи с тем, что мы здесь площадку-то снимаем, нам ее все более и более благоустраивает, и практически все мы можем находиться под одной крышей. Хочу выразить огромные слова благодарности нашему генеральному консулу, всем ему сотрудникам за поддержку, моральную, материальную помощь, нашим коллегам из Ассоциации южных корейцев, бизнесменов. И, конечно, без правительства города Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области наше развитие было бы очень затруднено. Мы очень рады, что они сегодня вместе с нами. И я им хочу выразить благодарность как губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Юрию Сергеевичу, также и Дрозденко Александру Юрьевичу. Я хочу поздравить всех с этим большим знаменательным праздником. Пожелать всем нашим соотечественникам, в первую очередь, здоровья, долголетия нашим уважаемым пожилым, счастья, мирного неба и благополучия. С приветственным словом и поздравлениями корейской диаспоре выступил генеральный консул Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Ли Джин Хён. С давних пор я хотел приехать в Россию. Дело в том, что я очень хорошо знаю тот факт, что Корея, когда Корея находилась под японским игом, а вы, которые вот, жили в Советском Союзе, вы же боролись за освобождение родины своей Кореи от именно Японии и японского ига. Господин Ли Джин Хён.
Он поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал всем мира и процветания, а также передал в дар 50 корейских костюмов «Ханбок» для нужд и деятельности корейской диаспоры. Надо отметить, что Генеральное консульство Республики Корея активно сотрудничает с корейскими диаспорами и всемерно помогает в проведении различных мероприятий. Также с поздравительными речами выступили Данилова Виктория Юрьевна, представитель комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга, Друшляков Андрей Витальевич, представитель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области, Лебединская Елена Альбертовна, представитель Дома национальности города Санкт-Петербурга, представитель грузинской национальной культурной автономии. Ро Су Джун, президент Санкт-Петербургского объединения граждан Республики Корея. Ли Жанна Моисеевна, председатель региональной общественной организации Санкт-Петербургское объединение женщин-кореянок. Дух и атмосфера праздника поддерживалась танцевальными и музыкальными номерами корейского народного ансамбля «Ариран» под руководством Ким Ренмира Николаевича. Татьяна Сергеевна, Летиган Хапкидо. Захватывающие показательные выступления продемонстрировали воспитанники Санкт-Петербургской федерации хапкидо, руководитель Семенов Александр Владимирович и спортивного клуба «Юпитер», руководитель Блажинский Дмитрий Борисович. Yeah.
дыхательные упражнения. Всех порадовала песнями восходящая звезда Ким Татьяна. Исполнительница. На площадках при содействии Ким Джунил и Цой Сергея были организованы корейские национальные игры, такие как скалки, метание стрел. Также желающие могли поиграть в волейбол. Благодаря усилиям организационного комитета во главе его президента Цай Игоря Александровича мероприятие КНК прошло успешно и в духе единения всех присутствующих. За организацию проведения праздника КНК СПБ выразила благодарность всем активным членам и помощникам. В их числе были Агай Валентина Георгиевна, Ли Жанна Моисеевна, Ким Владимир, Нигай Эмма Валентиновна, Дига Антонина Николаевна, Ким Ревмир Николаевич, Пак Рима Игнатьевна. Ким Владимир, Кан Александр, я от всех вас хочу выразить большую, сказать слова с большой благодарностью вот этим людям, которые систематически уже организовывают для нас праздники, не только День освобождения Кореи, а практически все праздники, которые проходят в Санкт-Петербурге, вот эта группа постоянно помогает организовывать. И я считаю, что эти праздники проходят на довольно высоком организационном уровне. Давайте поаплодируем этим друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok.
очень вкусный плов приготовили для гостей Ким Юрий Сергеевич и Ильи Алевтины Моисеевны. Их также отметили специальным призом. Я прошу вот перед Юрием Сергеевичем извинения. Почему-то всегда мы про него забываем, потому что он невидимый там в стороне. А они, чтобы вы знали, приезжают накануне вечером. Все готовят для того, чтобы вкусно приготовить. Вот Юрию Сергеевичу большое спасибо. И ему от нашей автономии и от вас подарок. Дорогие родственники, друзья, соплеменники, земляки, на самом деле очень рад, когда плов, это чисто символически, ассоциация сделала, как говорится, чисто такую благотворительность. Я очень рад, но я всю душу вложил, чтобы плов был для вас. Только в позитив пошел, и только чтобы здоровье. Всех ура за нас! Спасибо нам! Юрий Сергеевич его убежал, но, наверное, плов бы не был таким вкусным, если бы ему не помогала Алевтина Сергеевна. Мы тоже ее благодарим, ей наш скромный подарок. Она не помогала, она готовила отдельно. У нас сегодня ушло 2 казана плова. Вы представляете, сколько нас стало? Думаю, на будущий год мы сделаем 4, да, Игорь Александрович? Спасибо. Благодаря усилиям и посильному вкладу соотечественников, КНК имеет возможность проводить подобные мероприятия, где дружелюбной и теплой атмосфере могут общаться корейцы разных поколений. Замечательные футболки с символикой Олимпиады Сочи-2014 получили в качестве благодарности Ким Роман, Ли Вячеслав, Ким Афанасий, Хан Валерий, Цой Владислав. Наши скромные им подарки. Скажем спасибо. Друзья, дорогие гости, дорогие соотечественники, я хочу от всей души, от всей нашей команды поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Будьте здоровы, люди старшего поколения, живите долго, радуйте нас своим задором, весельем, примером. Молодежь, берите пример с нашего старшего поколения. Пусть они живут долго, счастливо. А мы будем стараться подражать им и быть такими же достойными нашему старшему поколению. Будьте счастливы, еще раз всех с праздником! Ура! Кстати, корейцы очень гостеприимный народ. И на всех мероприятиях всегда присутствуют гости различных национальностей. В заключение скажем, что праздник удался. Вы смотрели канал Korean Club, подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Всем удачи!